Здравствуйте, в эфире новости погоды. Расскажу о них я, Ольга Гайдабура. В субботу, 10 декабря, в набережных Челнах днем облачно, возможен небольшой снег. Столб термометра покажет нам минус 8 градусов, ночью до минус 5. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Хорошего настроения, прогноз погоды смотрите на нашем телеканале Челны ТВ.